Видосик снимаю на канал. Делайте, пошлите. Сейчас пойдем пешком. Ну, папа надует тебя. Пошли. Куда? Куда? На озеро. На какой? На Кисигач сегодня пойдем. Вот так вот мы живем. Вот наш домик. Четвертый этаж у нас где-то тут. Раз, два, три, четыре. Вон моя футболка висит на четвертом этаже. Пошлите. Закрытая территория. Тут прям вот так велосипеды все бросают. Игрушки. Потому что территория охраняется охраной, и никто тут, кроме этих людей, не ходит чужой. Сегодня погода жаркая, хорошо. Тут футбол играют. Тут охрана. Вот еще одна мангальная зона уже за комплексом, за нашим. И беседка, где можно посидеть. Вот на таких машинах тут все проезжают. До утеса. Сейчас пойдем смотреть, что здесь покупать можно. Мороженое продают. Вон дети сидят, ждут. Купили чипсы здесь. В магазине. Цены, конечно, здесь вообще. Как в аэропорту. Пришли на озеро, наконец-то. Прошли 2 километра, 110 метров уже от дома. Решили идти пешком, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом еловым. Вот сейчас будем на пляжике сидеть с детьми. Здесь такая летняя кафешка самодельная. Вон сколько народу отдыхающих. Выбирайте место с Юлей. Куда пойдем? Там батут какой-то маленький. Ну пойдемте поближе к воде, чё? Куда? Арин, чё ты прям посреди дороги? Тут люди ходят. Пошли, идем. Вот налево. Вон туда ты имеешь в виду? Ну, ноги поднимай, ну, сейчас все в песке. Сейчас все кроссовки будут в песке. Ну, да, там ты должен. Пошлите дальше. Вон, дальше туда. Да вот пошли к Батуту. Тут тоже вон прокат всяких штук. Давай, Арина. Давай. Раз, два. Папа, проси, я знаю, как ты перекрутил. Давай. Раз, два. Еще три, снимай, отталкивайся. Лук несите. Лук несите. Возьми.
сейчас кидать. Иди туда, на ту сторону. Иди на ту сторону. Я буду бегать. А тебе так далеко, да пожалуйста. Че, как у вас дела? Хорошо. Нравится на озере? Больно. Тут хоть не воняет, да? Я хочу пасть. Я тебя сейчас к папе вас отправлю. Да господи, че все орут-то? Плывите. Сегодня уже второй день мы на озере, без косметики, без всего. Озеро теплое, классное, солнышко. 34 сегодня, пасмурно маленько. Вчера вообще под дождем купались на другом озере. Там вон катаются на скутерах на водах. Тут Арина плавает. Спасите меня. От чего тебя спасти? Когда папа меня положил, то... Плыви, Юль. Короче, давай еще. Ты на ноги не приземляйся, Юль. А то упрёшь ногами в воду и больно будет. Давай туда. Юль, чё? Потанцуй еще. Нет. А чё? Не хочу. Я тебя сфоткаю, давай. Нет. Арин, Аришка, что делаешь там? Совсем ничего? Чё, в номер-то пойдем? Папа пойдет, похоже. Пошли эти одеваться. Наплавались? Юль, понравилось тебе здесь? Да. Вот мы и пришли обратно в свой комплекс. Юлька вон с ума сходит на воротах. Мы сейчас покушаем и пойдем в парк-отель. Чё? Чё? Да. Так тихо здесь, хорошо. Природа вокруг. Вам нравится здесь? Да. Папа уже ушел у нас в дом. Вот наш комплекс. Что, заходим? Странно, даже детей нет. Игрушки есть, детей нет. А вот дети. Вот у нас 4-й этаж. В нашем подъезде. Такие здесь коридоры. Вот наша квартира. Здесь мы живем. Обувью, как будто тут семья китайцев живет. Поужинали и пошли погулять, выйти посмотреть территорию, там, где мы живем. Мы не все смотрели, зрители не видели, я тоже не видела. Пошли.
говорят, где-то есть детская площадка. Вот такие два дома здесь. Тут заборчик, там спортивная площадка, футбольное поле. Вот такая небольшая территория. Такие всякие плакаты висят. Не оскорбляйте природу. Советского типа. Вот площадка. На этой закрытой территории находится всего два дома. Вот такая вот площадочка. А сейчас мы пойдем в отель. Скандинавский отель «Еловая». Пойдемте, дети. Телефон сегодня нагрелся у меня на солнце целый день. Сейчас как-то, наверное, не очень снимать будет. Что это вы? Это калина. Это не рябина, это калина. Можно, только она горькая, сейчас еще не спелая. Наш дом, в котором мы живем. Баскетбольная площадка. Там вон мангальная зона. Люди вышли что-то пожарить себе. Так-то удобно во дворе. Все есть. Все что угодно. Дети тоже гуляют. Сейчас будем дорогу переходить. Вот сюда идем. Скандинавский парк, отель «Еловая». Здесь вот такие вот корпуса и ресторан есть. Вот он, отель этот. 5 звезд на «Еловом». Тут такие лавочки. Когда зажгутся огни, будет вообще красиво. Какая-то беседка. Тут дети любят играть в этом лабиринте. Все бесплатно. Какие-то штуки. Наверное, бани какие-нибудь. Это я не знаю, что за беседка. Это туалет общественный. Это баня. Дети у нас убежали в лабиринт. Вот такие вот дорожки здесь. Сетки. Вот такие вот кальянные. Это корпус. Вот такие вот здесь беседки есть. Можно в мангальной зоне что-нибудь себе пожарить, а потом сидеть в компании. Корпус. Отель «Еловая» на «Еловом». Бассейн закрыли. Уже закрывают. Горячий. Он даже зимой работает. Такая вот красота. 27 градусов. Сейчас на улице. Детская площадка. Тут получаются такие лежаки. И бассейн. Сейчас его вот уже закрывают воду. По всей территории такие мешки есть. Грибы прикольные. Сейчас вечером включат их. Они светятся, это светильники. Там вон еще мангальные зоны. Это корпус такой скандинавский. Это понтон. Тут люди отдыхают. Красота. Понтон. Лежачки. Все прекрасно. Там вот туман какой-то. В самом озере. Непонятный туман. Корпус. А с другой стороны озеро Теренкуль. Ну вот,
Фонтан какой-то. Что, вниз пойдем или сюда пойдем? Куда пойдем? Лена сейчас лайк поставила. Фонтан. Пришли куда-то. В советское время попали. Арин, в зону отчуждения пришли? Смотри. Да точно зона отчуждения. Видишь, какие дома тут? И фонтан. И лампочки со знаками. СССР. Лампочки. Советского времени еще. Какой-то корпус здоровый такой. Красивый. Не знаю. Исландия или как? Мы из Исландии пришли. Отель. Да сейчас. Не, не будет. Вот такое слово. Еловое. Власть. Пошлите дальше. Тут ресторан, наверное. Папа куда-то ушел. Ау. Да помню, помню. Нам вчера сюда надо было прийти, а мы не смогли. Мы забыли, куда идти. Советские лампочки, смотри. Серп и молот. Облагородили территорию. Тоже такое здание большое. Травка зеленая такая, прям как на юге. Фонтанчик. Все травой заросло. Фонтанчик. Лодки. Там еще понтоны. Девчонки плавать пошли. Что, вам нравится? Да. Прикольно? Дождик начался. Сейчас будем дождь пережидать. Что, будем дождь пережидать? Да. Вечером здесь выглядит это все вот так. Все горит красиво. А мы пошли к себе домой. В свой номер. Погода, правда, как на юге, прям классно. Начался дождик, и мы вернулись домой. Так что всем пока-пока. Домой и всем пока-пока. Папа вон уже с Ариной убежали. Арина сегодня вредничает, сниматься не хочет. Потому что на озере пересидела и сгорела. Ну давайте, всем спокойной ночи и всем пока-пока.